Значит, смотрите, как я уже начал говорить, это довольно длинная тема, стиль. Вот, она бесконечная, и главное, она вызывает множество споров. Вот. Давайте я сделаю немножко здесь вот погромче, чтобы было хорошо видно на экране. Вот, она вызывает множество споров. Как бы сказать, сообщество Python и Гвида в частности не исключение в смысле количества споров и вот этого всего. Потому что когда-то, давно, тому назад, Гвида народил так называемый PEP8. Как вы понимаете, среди пепов один из первых, да, в первой десятке, в котором он и еще два товарища, которые, значит, за этим всем наблюдали. Ну, вернее, не так. Гвида написал статью, в которой он рекомендовал, как он видит качественное программирование на питание. Мы знаем, что Гвида, в общем, очень неплохой программист, прям скажем. И когда он дает советы по стилю программирования, это неспроста и не случайно, и, может быть, стоит к ним прислушаться, если вы, ну, скажем так, хотя бы втрое не такой крутой, как Гвида, то, может быть, от таких крутых, как Гвида, имеет смысл слушать всяких этих самых советов. Вот, PEP8. В которой, сейчас я покажу сразу какой-нибудь переводик короткий. Короткого нету. Вот это вот очень неплохой перевод PEP8 на более-менее нормальный язык, русский. Вот. Он длинный. Это такая Библия, не Библия, но всесторонний стайл-гайд по тому, как оформлять код. По сравнению с этим какие-нибудь стилевые рекомендации там от GNU или еще от кого-то гораздо больше. Вот. Или там какие-то корпоративные. А, например, стилевая рекомендация оформления кода на C, она не очень большая. Да? Для ядра Linux она не очень большая, но и тем не менее. Вот. Значит, рекомендации от Гвида охватывают все. Начиная с внешнего вида кода с отступами и всем остальным. Вот видите, отступ в 4 пробела, да, использование табуляции не нужно. Сразу скажу, не нужно это использование табуляции. Вот. Максимальная ширина строки, кстати сказать, один из самых спорных моментов. Дело в том, что Гвида пользуется традиционным такой парадигмой относительно того, какой должен быть размер экрана в редакторе, ну и, соответственно, ну там, скажем, в терминале, и, соответственно, ширина строки в программе. Вот. Ну, известно, что классический терминал, он шириной 8 знака мест и высотой в 25. Соответственно, исходя из этого, Гвида скопировал такое же ограничение, как в большинстве таких вот проверенных временем, скажем так, стайл-гайдов, что ширина вашей строчки не должна быть больше 87. Вот. Вообще говоря, я тут сразу углубился в рассуждение, а давайте сделаем здесь паузу, я прошу прощения. Давайте мы сделаем здесь паузу и поговорим не о том, какие конкретно рекомендации дает Гвида, а о том, что такое вообще стиль как социальный проект. Здесь вот этого. Ой, нет, это не то. Вот. Здесь этого нету, но в принципе я все равно хотел это сказать. Значит, стиль программирования, который рекомендуется к исполнению сообществу. Это такой вид дисциплины, который есть не мера послушания, а мера ответственности. То есть, поддерживая дисциплину программирования, вы не на самом деле ни в коем случае не ведете себя как бета-самец, который подчиняется альфа-самцу и говорите: вот ты самый крутой. Я или там вот ты сообщество крутое, вас тут 100-500 миллионов мух, а я один, и поэтому я буду поддерживать то, что вы мне скажете. Вот. А скорее наоборот, стиль — это такая заявка на вступление в сообщество. Вы, поддерживая стиль программирования, косвенным образом подтверждаете две вещи.
Вещь первая, что вы готовы вообще к совместной разработке, вы готовы работать в команде, в которой интересы, ну или, скажем так, не интересы, а причуды, да, каждого индивида тем менее желанны, чем больше они мешают совместной разработке. То есть вы можете свои причуды как бы хранить в отдельной веточке гитовой и издеваться над исходником как хотите, но когда вы показываете свой код товарищам, вы должны это сделать, вы должны его оформить таким образом, чтобы товарищи могли этим нормально пользоваться и читать. Вот. А и с другой стороны, это первая вещь, да, что вы готовы вступать в сообщество, вы как бы готовы поступиться некоторыми собственными вкусами ради того, чтобы эффективно работать в команде. Вот. И это не означает, что вы подчиняетесь, это означает, что вы добровольно делаете такую заявку. Да, если вы изначально делаете заявку, нет, я буду писать как хочу и форматировать как хочу, это означает, что вы потенциально предоставляете неудобства всем своим товарищам, и, возможно, с вами не стоит иметь дело, или стоит иметь дело только после длинного ревью, и вот это все. Вот. А вторую вещь, которую вы заявляете о том, что вы, в общем-то, поддерживаете ту рационализацию, то обоснование, которое за данным кодинг-стайл-гайдом лежит. Вот. В подавляющем большинстве случаев все рациональные доводы, которые приводят авторы стайл-гайдов, они верны. Вот. Другое дело, что разные стили пригодны для разных видов сообществ, для разных языков программирования, в смысле именно, что некоторые строгие ограничения, скажем, для C, для Python просто недействительны и так дальше. Вот, смысловые. Но если вдруг у вас какие-то совершенно не такие идеи относительно того, как должно рационализировать оформление кода и, соответственно, какие принципы из этого истекают, вы вполне можете, вы об этом подискутировать в том же PEP 8. Как мы только что видели, он последний раз модифицировался аж в 2013 году. Вот, post-history. То есть, это, конечно, было давно, 2013 год, но все-таки это не 2001 год, да, то есть эти стайл-гайды периодически обновляются, скажу в скобках, просто в соответствии с синтаксисом, который предлагается. Вот, короче говоря, у поддержки общего стиля кодирования есть социальная и технологическая составляющая. Понятное дело, что если весь код написан примерно в одном стиле, то читать его удобно, а если он написан примерно в разных стилях, то читать его неудобно. Вот это все. Тут я дальше распространяться не буду. Вот. Ну, давайте сейчас пробежим все-таки по PEP 8, а потом поговорим, почему это... Причем здесь хоп-гоблины. Значит, вернемся к PEP 8. Значит, что касаемо ширины, я просто на этом максимальной ширины строки, я на этом остановился отдельно, потому что хочу сказать, что это, пожалуй, один из наиболее таких неочевидных принципов в стайл-гайд питоновском. То есть, с одной стороны, он совершенно очевидный. Если вы... Вот эти 80 символов шириной одна строка, они не просто так. Они наследуются от печатных листов. 80 символов – это 80 символов мелким шрифтом. Крупным, по-моему, 62. Очень крупным 40 сколько-то. Вот. А это мелким. Да? То есть, если вы не в состоянии... То есть, если вы пишете программу таким образом, что она выглядит как страница, забитая мелким шрифтом, это уже достаточно серьезная нагрузка на ваше чтение. Вот. Как видите, даже в классическом форматировании код программы обычно выводится более толстым шрифтом, чем текст. Вот. Но! Да, и поэтому 80 символов – это вполне разумная рационализация, которая тут возводится к терминалам, но на самом деле она возводится именно к полиграфическим ограничениям. Но, к сожалению, программирование на современных фреймворках, типа той же Django или чего-то такого, вы вполне можете встретиться с ситуацией, ну, самая жесткая из этих всех – это Java, конечно, не Python, а Java, где у вас у каждого класса по 100-500 методов и, значит, вообще говоря, нет никаких умолчаний, вам нужно, когда вы вызываете метод, всем, значит, полям, всем параметрам, да, у метода, значит, у класса 100-500 метров, у метода 100-500 параметров, каждому параметру надо задать значение. Короче говоря, один несчастный вызов одного метода все равно превратится в такую достаточно большую кишечку, такую вот
строчку на экране, которая не влезет в 80 символов, но ее надо будет переносить, и начнется. Поэтому, в зависимости от того, какой вы используете фреймворк и на какой вид читаемости вы рассчитываете, а читаемость, мы помним из прошлого семестра, readability counts, главное это читаемость. Если код читаем, это хорошо, если не читаем, это плохо, потому что у вас совместная разработка. В случае совместной разработки это the must. Вот. Так вот, значит, в зависимости от того, на какой вид читаемости вы рассчитываете, вот это самое ограничение на 80 символов может быть немножко расширено, там, скажем, до 120. Вот. Но мы сами убедитесь, что плотно написанный код шириной 80 символов уже практически не читаем. Другое дело, что плотно написанный код на питоне – это нонсенс. Да? На питоне надо писать, помните, sparse over terse, да? Значит, из DAO питона. Пишите разреженно, не пишите плотно. Вот. Об этом же договоренность о пустых строках. Значит, Гвидо советует, как отделять, какие, сколькими пустыми строками. Вот. Здесь же, как ни странно, договоренность про импорт, я имею в виду, она тут же в разреженный код имеет отношение к разреженному коду. И договоренность об импорт довольно строгая, как видите, значит, каждый модуль импортится в отдельной строке. Вот. Это такое вот. Если вы пишете импорт дальше модуль, это, в общем, не очень хорошо, потому что тяжело читать, потому что модули, в принципе, друг к другу отношения имеют слабые. Если только не это модуль из одного пакета. Вот если это модуль из одного пакета, и вы, значит, пользуетесь модулями пакета, импортится оттуда только несколько штук, ну, тогда пожалуйста. Вот. Довольно долгий разговор о том, что такое пробелы, где их вставлять и как. Вот. Мне кажется, что вполне естественный стиль, когда пробелами отделяются операции, присваивания, арифметические операции и, скажем, запятая, ну, параметры вызова функции, и не отделяются скобки. Вот. И еще чего-нибудь, это вполне нормально. Ну, вот почитайте, тут все написано. Вот. Значит, еще пробелы. Комментарий. Про комментарий у нас будет отдельный разговор. Вот. Но здесь еще даже некоторый совет о том, как писать комментарии синтаксически верно. Начинать их с большой буквы, например. Да? Насчет ставьте два пробела после точки, я не помню, для чего это. Это какая-то странность. А, это английский. В английском действительно есть такая штука, как расстояние между предложениями. В русском этого нету. Такое. Вот. Довольно важный пункт. Писать комментарии всегда на английском. Только если вы пишете исключительно для русских, пишите на русском. Вообще-то лучше на английском. Вот. Это какой-то DAO. В общем, не должен. Я не очень понимаю. А, ну понятно. Вот идея в следующем. Про встрочные комментарии, что они, вообще говоря, вредны, но в случае, если вы хотите прямо пояснить, что происходит в строке, то они полезны. Вот. Про то, какие комментарии делать нельзя, я расскажу отдельно. Вот. Значит, про строки документаций. Это важная для питона вещь. Она, если вы помните, приводит к тому, что у нас вся программа самодокументирована. И про строки документации есть прямо отдельный PEP 257 и, как мы потом видим, отдельный проверяющий утилиты, который проверяет ошибки на строках документации. Ну, можно туда заглянуть, ну да бог бы с ним. Про что я начал рассказывать? Про венгерскую нотацию, что где-то тут в именовании переменных в исходном тексте написано, что нельзя использовать венгерскую, вернее, плохо использовать венгерскую нотацию. Вот. История была длинная, сейчас попробую рассказать покороче тогда, если ее заживало. Короче говоря, венгерская нотация так укоренилась исторически. Это включение типов переменных в их имена. Вот. В действительности тот человек, который это придумал, не был таким идиотом, чтобы включать
типы переменных в их имена, а предлагал включать семантику переменных в их имена. Например, если у вас программа на C, и там есть чар-звездочка, то вообще говоря, потому что тип у него чар-звездочка, непонятно, это строка, или это просто массив байтов, или это, вообще говоря, непонятный кусок памяти, закаченный к чару, потому что таково ABI, или это, допустим, строка, которую нельзя менять там, потому что она кем-то генерится, и все. Ну, короче говоря, в C и в C++ не так уж много есть способов с помощью, особенно в C, с помощью имени, с помощью типа указать, с помощью типа указать, особенно в C++, где строгая типизация, семантику использования вашей переменной. И вот он предложил включать семантику в имя, а поскольку он работал в Microsoft, и в те поры в Microsoft было полным-полно индустриальных программистов, в том числе и в начальниках, то, ну, я имею в виду, это в данном случае не национальность, да, это профессия такая, индустриальный программист. Вот. Так вот, значит, там было полным-полно, особенно в мелких начальниках, они решили, что речь идет о типе, и заставили всех включать тип переменных в имя. Конечно, это делать не надо. Все, извините. Это я просто вспомнил эту историю. Вот. А, вот. Вот здесь будет написано, что не надо использовать венгерскую нотацию. Где-то в конце. Вот. Значит, константы большой буквы. Значит, короче говоря, почитайте. Тут есть довольно смешные рекомендации. Например, вы знаете, маленькая буква L похожа на большую букву I, а O похож на 0. Поэтому давайте мы их не будем использовать. Вот. Если вы очень хотите использовать L, пишите L большую. Вот. Такая вот рекомендация. Что там еще? Наследование. Значит, вопрос о том, да, значит, вторая половинка этого ПЕПа — это о том, как программировать, то есть, что где пишется, где, значит, как оформлять try-exec, try-except, например, не наваливать несколько действий в один try, потому что непонятно, кто из вот этих вызовов будет, вернет соответствующий key error, вот. Нормально пользоваться питоновскими функциями, об этом я еще расскажу. Ну, в общем, вот. Да. И не надо говорить, если что-то равняется true. Ну, это издевательство. Вот. Вот. В принципе, ну, такие вещи. Или, например, null никогда не сравнивать на равно, а сравнивать на is. Ну, понятно. Группа фанатов, прочитав эту статью Гвида, большую, возбудилась его, так сказать, личностью, и на этом основании создал целый модуль, который назывался тогда PEP8, вот, а теперь на его основании написали большой модуль, который называется PCodeStyle, вот, который, собственно, проверяет все вот эти рекомендации в вашем коде. То есть вы берете какой-нибудь код на питоне, вот. Вот я сейчас поставлю этот код style, к нему приезжает бинарничек, ну, в смысле, скриптик, если вы в Linux работаете. Вот он, так и называется, pcodestyle. И вот, ну, не знаю, кого-нибудь, давайте почитаем. Первый попавшийся. Вот смотрите, вот что pcodestyle нашел две ошибки в моем коде. Обе из них ошибки типа 501. Это слишком длинная строка. Вот про длинную строку я говорил, что это может быть. Ну, давайте какой-нибудь другой посмотрим, да? Вот здесь ошибок он не нашел. Вот, а вот здесь у машинок довольно много.
Обратите внимание, что это, видимо, я этот код, видимо, писал давно, потому что в нем полным-полно непоставленных пробелов. Вот. И даже какие-то через точку с запятой операции. Ну, не очень хорошие. Вот. Значит, чтобы закончить с темой вот такого чисто внешнего синтаксического оформления кода, закончить ли? Ну да. Значит, скажу, что Гвида в ответ на это написал еще одну статью, которую озаглавил вот так вот. A foolish consistency is hobgoblin of little minds. Вот. То есть в переводе на русский consistency — это что такое? Согласование, да? Значит, ложное, глупое, подложное. Ну, короче, пускай будет глупое. Глупое согласование — это такой дымовой для небольших умишек, умишков, для слабых умов. Вот. Ну, это цитата из, не помню кого, из Эмерсона, кажется. Вот я ее всю скопипастил, нашел точно из Эмерсона, в которой он говорит, что вся эта ваша согласованность — это только для мелких политиков, философов и предсказателей. Вот, а на самом деле ты можешь сказать сегодня одно, а завтра другое. И что из того, что тебя никто не понимает? Вон, пифагорейцев не понимали, и Сократа не понимали, и даже Иисуса не понимали, и Лютера не понимали. Вот, и Галилея не понимали, никого не понимали. Вообще, если вас не понимают, то вы гений. Вот. Таким образом, Гвида в очередной раз выдал что-то похожее на типичный питомский кон, потому что, с одной стороны, он слегка подтрунивает над теми фанатами, которые берут и применяют его заветы как жесткую дисциплину, а с другой стороны, он явно указывает на то, что отклонение от дисциплины – это, собственно, скатывание к утверждению: если вас не понимают, то вы гений, вот, что, в общем, неверно. Вот, а значит, в чем идея? И эту идею Гвида говорит с самого начала, и как бы все остальное следует читать именно. Вот тут, кстати, не очень хороший перевод. Ну, в общем, идея в чем? Что у вас есть четыре причины, по которым вы можете не пользоваться никакими, не соответствовать PEP8. Да? Пользоваться какими-то другими стайл-гайдами. Идея первая. Что если вы взяли и переформатили ваш текст сообразно PEP8, его стало читать хуже, расформатируйте его обратно. Сделайте так, чтобы его было читать лучше. PEP8 – это про то, чтобы было лучше читать. Если, а такое может быть, в реал лайфе вы нафигачили такой код, который при нормальном форматировании выглядит вообще как черт знает что, пускай он лучше выглядит так, как вы ему сказали. Утверждение номер два. Если вы работаете в команде, в которой приняты другие стайл-гайды, ну вот, например, по ширине строки, да, вот, то и всем в команде это норм, то пользуйтесь тем стайл-гайдом, который есть в команде. Не обязательно применять PEP8. Вот. Утверждение номер три. Если у вас перед глазами код, который плохо написан, но никто не собирается его править, вот, то есть исправлять код только ради того, чтобы он лучше выглядел, но не запускать его и не тестировать, это тоже плохая идея. Мало ли что, вы там поправите, а потом работать не будет. Вот. А пункт номер 4 я забыл. Ну, в общем, идея понятная, да? Идея состоит в том, что закон для людей, а не люди для закона. Все эти рекомендации – это всего лишь рекомендации, и нужно как-то понимать, для чего они нужны. Чуть выше в этой иерархии стоят так называемые анализаторы кода, которые не только проверяют foolish consistency вашего кода, но и... Да, кстати сказать, в семестровом проекте, это к вопросу о узколобых хубгоблинах, в семестровом проекте ваш код должен проходить проверку на каким-нибудь анализатором кода. Вот. Это делается не потому, что я такой вот вредный тоже узколобый гоблин, а исключительно для того, чтобы вам потренироваться писать как полагается. Вот
один проект напишите, как полагается, а дальше уже отступайте от этих законов, как хотите. Вот, значит, чуть выше над этим стоят анализаторы кода. Анализаторы кода, помимо того, что они выдают синтаксические, скажем так, ну, проблемы с PEP8, ну, вот скажем, Flex, да? Нет, это вот, вот сюда надо сходить. Они могут выдавать не только ошибки стиля, но и всякие такие штуки, как неиспользованные имена, какие-то... какие-то странные взаимоотношения между классами. Я не очень помню, что тут считается отступлением от кода. Короче говоря, не только синтаксические, но и ошибки, так сказать, проектирования. Вот. Вот их тоже у меня тут два. Один называется flake, другой называется pylint. Ну, давайте мы что-нибудь поставим из них. По-моему, это называется pflakes. Ну да. Вот. А бинарник называется Flake 8, по-моему. Нет, тоже PFX. PFX он называется, да. PFX. У кого мы хотели посмотреть? Вот видите, PFLEX не нашел, хотя этот самый кто там какой-то стайл нашел. Code style. А, нет, не вот shuffle, в какой-то другой. В Turing Machine. Ой, а вот PFLEX что-то ничего не нашел. Надо посмотреть, его, наверное, надо запускать с какими-то настройками. Вот. Ну, а где он что-нибудь найдет? Ну, не знаю. Там. Да ладно вам. Непонятно. Давайте посмотрим. Или давайте чем-то другое запустим, чтобы... Или что-нибудь другое запустим, чтобы посмотреть... Ой, это я бы на пыльку сел, наверное, с PFLEX, да? Слушайте, а что-то я, может, не то сделал? Может, там было все-таки Flake 8 сказать? Точно. Не то поставил. Неудивительно, что... Надо было все-таки смотреть и слушаться самого себя. Ну да, да, да. Вот, Flake 8. Ему нужен PFLEX, но PFLEX это... Да. Ну, извините. Так, значит... ну, сейчас нас ждут все-таки, я думаю, в этой тюринг-машине. Вот. Обратите внимание, что сейчас, что Flake 8, что Pycon Style мне выдал примерно одинаковые... список ошибок, вот, так что я вот не знаю, у меня кажется нет примера, когда вот этот синтаксический анализ выдает что-то большее, вот. Сейчас попробую. О! 126 выдает Flake 8 и...
И. Pcode style. Сдаю все. Вот. Вот есть некоторая разница. Все-таки Pcode style выдал их гораздо меньше. У Pflex есть какие-то. Вот. Вот, пожалуйста. Maybe undefined. Да? Что-то объявили и не использовали. Или вы его вынули из define from stam import, а from stam import это плохая практика. From что-то import звездочка в продакшене используется, использовать горячо не рекомендуется, исключение, по-моему, математический пакет. Вот. Вот вам разница. Значит, потенциально неопределенные имена, вот это все. Значит, помимо pflex есть еще pylint. Давайте мы на него тоже посмотрим. Я его отдельно выделил в отдельную категорию, потому что pylint это прям целый проект. Здоровенный. Вот, утверждается, что pylint используется, можно использовать при рефакторинге еще там чего-то. Ну, давайте его тоже запустим. И... Ой, время идет. А, ну... Просто запустим. Pip install. Кого-то из них надо бы настроить. О, вот этот pylint, как видите, ничего не скачал. Видимо, у меня в кэше это все отложилось, пока я тут готовился. Вот. Какой-то астроид. Астроид, кстати, это интересная библиотека, которая преобразует произвольный питоновский код в некое унифицированное представление, чтобы потом его pylint проверил. Ну хорошо, давайте тогда еще pylint'ом это дело обработаем. Pylint ставит моему коду оценку минус 2,3 балла из 10 возможных. То есть ниже плинтуса качество этого кода. Вот. Такие дела. Пожалуй, самые жесткие из них. Давайте мы теперь вот что сделаем. Давайте мы кого-нибудь из них настроим. Ну, кажется, я настраивал в свое время pflex. Сейчас мы его попробуем настроить. Это flag 8, вот его. Flag 8... управляется конфигурационным файлом, или вы можете его указать, какую ошибку мы не собираемся выводить. Вот, допустим, у нас ошибка в виде too long, тогда не эту, а вот эту. Вот, ошибка E501 у нас не считается ошибкой, потому что у нас, ну, другие представления о максимальной ширине строки. Я про это уже говорил. Например, если мы используем какой-нибудь фреймворк, который заставляет нас делать длинные строки. Вот. Мы всегда можем что сделать? Мы всегда можем взять и сказать ему... Сейчас давайте ему спросим, в каком месте. Мы можем подизейблить или поменять при старте эту самую настройку. Вот. Минус-минус select, а как обратную сторону? Не вижу. Точку flag 8 можно отредактировать. Но это мы сейчас отредактируем. А, минус-минус игнорь. Минус-минус игнорь. Вот, смотрите, сейчас мы возьмем и мы скажем минус-минус игнор что там? E501. Смешно.
Интересно, интересно. Непонятно, почему он свалился тут. Не свалился там. Видимо, видимо... Не, непонятно. Вот. Смешно. Ну, ну ладно. Короче говоря, да, помимо этого мы можем взять конфигурационный файл, в котором написать что-то типа flake 8 ignore вот этот самый E501. Вот. Ну и вот он теперь стал себя вести, как если бы мы ему проигнорили. Он, правда, стал находить missing white space всевозможные, но в любом случае аккуратным подменой конфигурационного файла вся эта машинерия настраивается. Вот. Соответственно, если у вас есть какие-то в вашей команде договоренности относительно того, что некий код, который вы делаете, не проходит PEP8, да, вы можете взять и создать настройки flake 8 файл, в котором эти вещи вы исправляете или мешаете, или меняете, или запрещаете, вот как я. Вот. Таким образом, это будет... Не забудьте только этот конфигурационный файл с собой притащить. Если это flake 8, то он выглядит вот так вот. В Pylint'е там свой конфигурационный файл. Или вы просто где-то запишете командную строку, как Pylint запускать. Это мне не важно. Да? Важно, чтобы в вашем проекте присутствовал проверка на стиль. И эта проверка на стиль проходила бы по вашим файлам целиком. К слову говоря, есть вообще отдельный проект, он называется MyPy, вот он, который с давних пор существует. Это проект написания на Питоне программ со статической типизацией. Ну или, скажем так, произвольного включения и выключения статической типизации в программах на Питоне. Противники Питона объявляют... одним из важных недостатков Питона именно отсутствие статической типизации. Вот, потому что большие и сверхбольшие проекты в случае динамической типизации обречены на безумное количество без соответствующей жесткой дисциплины программирования, обречены на безумное количество рантайм ошибок, потому что где-то кто-то что-то написал, какие-то тесты не покрылись, и значит, вот это вот перемешивание, передача параметров не того типа, вообще смешивание объектов или передача ноуна у вас уехала в продакшн, и где-то там, значит, на пятом месяце эксплуатации открылась, причем неизвестно где, ну вот такое. Так вот, если уж говорить о стиле, если уже говорить о целях, которые преследует сообщество, соблюдая тот или иной стиль, если ваша задача писать достаточно надежные приложения, возможно, вам подойдет проект MyPy, вот, в котором, значит, развивается идея написания программ на Питоне строго типизированных, вот примерно таким. Строго. В Питоне они не так строго типизированы, статически типизированы. Вот. Может быть, кто-то не знает. Раз уж речь пошла про MyPy, в Питоне уже несколько лет как существует такая штука, как аннотация. Аннотация – это почти что статическая типизация. Это такие хинты, подсказки, какого типа у вас переменные, какого типа параметры и какого типа возвращаемое значение у функции. Вот, значит, аннотация функции так выглядит, видите? Вы говорите, что эта переменная строковая, это строковая, и возвращаемое у нее значение строковое. Вот. Аннотация отдельных переменных выглядит вот так. По-моему, появилась чуть ли не в 3.6 питоне вообще. Да, в 3.6 питоне появилась аннотация переменных. Вы можете даже вот так сказать. То есть, смотрите.
Обратите внимание, что наличие аннотаций – это вовсе не описание. И это не задание жесткого синтаксиса. Это надо очень хорошо себя понимать. Да? Когда я пишу вот так, я не описываю переменную var как строку ни в коем случае. Вообще в Python нет переменных, вы помните, да? В Python есть имена. Я только говорю, что имя var, будь оно появится, должно по-хорошему ссылаться на класс типа star. Тем самым я говорю пользователям моего кода, и это тоже имеет отношение прямое к разговору сегодняшнего о стиле, тем самым я говорю пользователям моего кода, что предполагается, что в моем коде такое-то имя будет строковое. Вы сами как хотите, типа я умываю руки, но предполагается, что это имя будет строковое. Да, значит, вот... Так, я не помню, где там двоеточие пишется, но сейчас узнаю. В конце пишется двоеточие. Вот. Да? Вот. Смотрите, при этом я могу вызвать функцию правильно с этой аннотацией. Ну, давайте посмотрим, что у нее есть аннотация. Вот оно, смотрите, все как у людей, да. Эстер, элстер и return стр. Вот, l-int. Вот. Причем return последний, если я не ошибаюсь, это важно, потому что вы можете назвать переменную return, и тогда она тоже будет в этом списке. Вот. Значит, я могу эту функцию вызвать как обычным делом, да. Я могу попробовать ее вызвать, грубо говоря, неправильным путем, никто мне ничего не скажет. Да? То есть от ошибки аннотации не огораживают. Они всего лишь рассказывают программисту, как хотелось бы использовать эту функцию. Как видите, эта функция работает и не со строковыми методами. Вот. А если вы хотите, чтобы такая штука вызывала ошибки, используйте MyPy, который отлично вот завязан на механизм аннотаций. Видите, это они и есть, собственно. Вот. Тут, кстати, можно было еще аннотировать A и B как integer, да? Вот. Ну, в общем, вот. Такой вот совет относительно оформления стиля с помощью аннотаций. Еще один кусочек разговора про аннотацию. Аннотации, в первую очередь, про чтение кода. Да, вы можете написать свой декоратор, который возьмет и все соответствия аннотации проверит и что-то сделает. Да, вы можете пользоваться MyPy в качестве этого самого статического компилятора, проверка статической типизации. Но главное в аннотациях это прочтение, про readability. Когда мы говорим, смотрите, в эту функцию передает строчка и возвращается строчка, а не что-нибудь иное. Когда мы говорим, смотрите, в этом классе или там в этом или в этом модуле, да, вот это имя, оно вообще говоря список целых. Вот. А это имя строчка. А это вот, соответственно, вот. Это, кстати сказать, слегка придает слегка больше смысла полям класса. Помните, у нас был разговор в конце прошлого семестра про то, что поля класса вообще непонятная такая штука, неудобная. Уж лучше давайте мы будем создавать поля прямо внутри объекта. Ну, вот это все. Ну, потому что поля класса, их то видно, то не видно. Вот. Но вот в качестве аннотирования того, из чего класс состоит, поля класса идеально подходят. Вот, собственно, оно и... Так, строки документации. Со строками документации ситуация следующая. Тут они есть вообще. Что-то, кажется, лишнее удалил из плана лекции.
Еще комментарии, еще у нас полчаса впереди. Хорошо, значит, что касается строк... строки документации у нас отдельным пепом же. Да, никуда их не удалил. Вот, значит, строки документации описываются отдельным большим пепом, в котором оговорено, что, например, они должны всегда быть из трех кавычек. Это просто для того, чтобы ваш глаз, видя код, отлавливал строки документации просто на автомате. Вот это чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух шесть раз. О, это строка документации. Из трех двойных кавычек они должны состоять. Вот. Оговорено, что и как... интерпретируются внутри строки документации. Например, вот, это, вот эти отступы удаляются. Вот. Там есть специальный пеп, не здесь, это на формат, а там этот пеп на то, что делать с отступами в строке документации. То есть, когда мы интерпретируем строку документации, все отступы, кроме как у первой строки, вот отсюда, все отступы удаляют вот отсюда. Да, все отступы удаляются до минимального, который у них там есть. Да? То есть как бы вырезается колонка пробелов, которая собой максимально широкая колонка, состоящая из одних пробелов. Вот. Что-то еще там про строки документации говорилось. Ну, в общем, обратите внимание, что строки документации это... важная штука, в которой реально хранится документация. Я не помню, я, кажется, показывал на одном из последних лекций в прошлом семестре, что есть модуль PDoc, который эти строки документации читает, в том числе из наших файлов, и от того, как красиво мы там напишем, будет зависеть от того, что прочтет человек. Вот. Мы к строкам документации вернемся, когда будем говорить про документирование проекта, это буквально в следующий раз. Вот. А пока что еще поговорим про комментарии. Значит, комментарии, рекомендации по оформлению комментариев есть в пепе. Вот. Вот, комментарии. Там написано, что в основном они должны быть междустрочными. Встрочные комментарии – это большая редкость. Вот. Тут написаны правила, по которым они пишутся. Например, что надо писать нормальные предложения. Тут же, например, написано... что если вы изменяете код, меняйте комментарий к нему обязательно, а то будет только хуже, потому что комментарии нужны только для взаимодействия с вашими товарищами-программистами, больше они ни для кого не нужны. Вот. Ну да, но главное про комментарии другое. Да? Значит, я бы хотел немножко поговорить про... Ой, не сюда... немножко поговорить про семантику комментариев, про то, зачем вообще их использовать. Комментарии не описывают, что происходит в вашей программе. Комментарии вообще ничего не описывают, в том смысле, что если ваш код очевиден без комментариев, это хорошо. Вот. Комментарии нужны тогда, когда у вас выразительных семантических средств языка самого, то есть средств языка не хватает для описания смысла того, что вы делаете. Как правило, это разговор на тему, какую задачу вы решали. Да? То есть, не что делает ваш кусок кода, да? А для чего и почему. То есть, какая цель, да, какую задачу вы решали, и почему он написан так, а не иначе. Так вот, значит, фича комментариев в том, что они помогают понять, что происходит в программе, и если это и так понятно, писать их не надо. Вот. Бессмысленные комментарии только перегружают. Вот здесь вот есть, кажется, в примере был хороший. Вот этот пример, смотрите. Вот этот плохой, негодный комментарий. Он говорит, что мы здесь увеличиваем x на 1. А то я не догадался. Спасибо, Кэп. Это, в общем, хороший, годный комментарий, если из ни самой переменной, ни из контекста употребления непонятно, что это место для рамки окна, что x это координата, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Но, опять-таки, это хорошо только тогда, когда в действительности вот эта строчка x равно x плюс 1 ни к чему не привязана, x непонятное, не значащее имя, ну, вот это все. Вот.
А, значит, ща. Иногда бывает полезно написать не только какую задачу мы решаем, но и зачем мы это сделали так, а не иначе. Допустим, почему мы в каком-то месте используем там ручное вычисление, а не вызываем какую-то функцию. Почему мы в каком-то месте делаем одно, а не другое. Что еще? А, ну вот да. Значит, я уже говорил про то, что комментарии нужны только тогда, когда нельзя. А, да, и третья причина, по которой можно использовать комментарии, в которых мы можем написать, что делает этот кусок кода, это если этот кусок кода очень сложный. То есть какой-то такой зубодробительный алгоритм, который предназначен для того, чтобы люди его прочли и поняли, как он работает, потому что, возможно, они будут делать там какие-то изменения, править его. И если этот зубодробительный алгоритм даже на питоне, хотя это питон хорошо читаемый язык, читается плохо, тогда да, возможно, имеет смысл в комментариях писать, что, где, как происходит. Вот, только в этом случае. Еще одно отличие от комментариев от строк документации состоит в том, что строки документации вынимаются всеми публичными принятыми средствами извлечения документации из кода. Хелпом, пдоком, чем угодно. Поэтому то, что вы пишете в строках документации, предназначено, грубо говоря, для публичного чтения. То, что вы пишете в комментарии, предназначено вашему товарищу-программисту, который будет ровно этот код редактировать. Вот. И как бы у него другая цель. Вот разность этих целей и говорит, и как бы и велит нам помещать некие тексты в документацию, в строке документации, там, к модулю, к классу, к функции. А в некоторые тексты, значит, велит помещать в комментарии, потому что они не нужны для, грубо говоря, пользователя-программиста. То есть для того человека, который будет использовать ваш класс, там не очень, если не будет заглядывать внутрь. Ему не нужны некоторые знания о том, почему вы что-то так написали. Тем не менее, выкопить комментарий из исходного текста можно с помощью модуля Inspect. Давайте попробуем это сделать. Так. Ой, что это? А, я случайно нашел. Спасибо, терминал. Терминал прям все это открывает. Да? Вот. Если в нем есть комментарии. Нету в нем комментариев. Ну что такое? А в чем есть? Ну тут-то точно должно быть. Нет ни одного комментария. А-а-а. Кто так пишет вообще? Ладно, давайте их мы их внесем в конце концов. Вот неправильный комментарий, в котором я указываю, как бы, это комментарий капитана очевидность. Это то, чего делать нельзя. Ну, что не делаешь ради пользы? Упс. А, там надо не это делать. О! Нет, это понятно, что. Сейчас. Еще в одно место посмотрю, и на этом мы закончим здесь. А, потому что это не то. Это вот так надо делать. Вот теперь он выкрутит то, что нужно.
Сейчас, это я сделал что-то не то. Ну ладно. Вот. А, ну так-то у меня ничего нет. О, вот, пожалуйста, да. Значит, что сделал инспект? Инспект залез в модуль Luxray, нашел там функцию Luxray, посмотрел в ней, какие комментарии прямо перед ней стоят. Предполагается, что это такая неявная внутренняя документация для нашей функции Luxray. Да? Именно в этом смысл использования вот такого выковыривания комментариев, да, когда мы в качестве, когда наши комментарии имеют какое-то отношение к тому тексту, который дальше напрограммирован. Вот. А, хорошо, значит, у нас еще есть немножко времени. Да. Значит, что можно сказать в завершении этой темы про стили программирования? Синтаксическое оформление, отступы, пробелы в нужном месте, именование переменных, вся вот эта, все вот эти украшения – это правильно. Это повышает читаемость кода в смысле… повышает вероятность того, что ваш код может, можно будет прочесть. Вот. В действительности... Сейчас, я тут поправлю одну. Меня это бесит просто. Вот. В действительности, особенно на начальных порах, ничего плохого ни про кого здесь присутствующих не хочу сказать, но начинающие программисты, у них главная проблема не здесь. То есть, если начинающего программиста заставляют там форматировать с правильными отступами, правильно называть имена переменных и все остальное, это, конечно, хорошо. В действительности проблема не в этом. Проблема именно в том, что, не имея опыта, люди делают несколько таких стратегических ошибок. Ну, например, типичная стратегическая ошибка – это копипаста вместо функции. То есть у нас есть некий код, к сожалению, у меня примера на программирование копипасты нет, хотя я его только недавно, я только недавно встретился с вопиющим примером такой штуки, вот, и считаю своим долгом предупредить. Да? У нас есть некий код, где мы там, ну, не знаем, выискиваем какой-то специфический элемент в массиве, ну, допустим, там седловую точку, минимакс, да? Вот. И для этого написали кусок кода. Потом выясняется, что нам надо в соседнем массиве тоже, значит, выискать минимакс, а потом их эти минимаксы сравнить. И мы бряк берем, значит, исходный кусок, делаем Ctrl-C, Ctrl-V, шмяк, вставляем его в качестве второго куска кода, и теперь у нас два куска кода, которые читают минимакс, дальше везде заменяем имя одного массива на имя другого, у нас получается два одинаковых куска, которые делают две одинаковых вещи, но двумя разными массивами. Вот. Я думал, что я не увижу такого, потому что это, ну, как бы в школе учат, что так делать нельзя, но тем не менее я такое видел. Люди, которым некогда думать трясти надо писать как можно быстрее, программируют копипасты с немыслимой скоростью. Вот. Потом, правда, приходится все это редактировать. Если у вас была ошибка в одном из кусков копипасты, то она будет во втором. Ну, в общем, так не делать. Вот. Я надеюсь, что вы так не будете делать. Вообще, если вы что-то копируете, какой-то кусок кода копируете более одного раза. Это значит, что надо писать функцию и ее вызвать. Даже если этих раз всего два. Во-первых, будет легче читать. Во-вторых, не надо будет дважды исправлять ошибки. В-третьих, если вдруг эта функция, которую вы будете писать, чуть более генерализирована и вычисляет немножко такого, а в некоторых других случаях немножко другого, вы себе сэкономите бездну времени по о проверке всего этого безобразия в разных местах кода. Пускай это делает функция и проверяет. Следующая проблема, такая типичная студенческая программа, это спагетти-код или программа лапша. Я сейчас попробую найти, у меня где-то был пример. О! Вот эта программа на питоне, правда, на питоне 2.
который вводит кортеж целых чисел, не поверьте, сортирует его пузырьком. Она почти работает. В некоторых случаях она падает. В остальных случаях она работает. Как она была написана? Ну, смотрите, человек явно забыл про цикл for. Он вводил с помощью while. Вот. У него где-то был off by one. Вот у него off by one. Когда он вот в этом цикле while вводил, значит, что-то у нас... эта программа падала, потому что у нас это что ли не равнялось чему-то надо. Ну, короче, неважно, падало где-то. Да, вот. А, нет, все еще хуже. Когда он перекладывал что-то, эта программа падала, вот, ему пришлось проверить, не дошли ли мы до конца, после этого, значит, две различных. Короче, это всего лишь вот. А потом удалить последний элемент, потому что он оказался лишним. Вот. Теперь, значит, сортировка пузырьком. Она примерно так же устроена. У него в двух местах здесь off by one. Не буду показывать. Значит, потом обмазано, это все вокруг обмазано костылями. Вот. Вот здесь вот где-то. Ну, в общем... Вот. И где-то в недрах этого кода замаскирован еще один выход за границы массива, я только не помню где. Вот. Вот здесь вот. Элькаты. Короче, в некоторых случаях эта программа еще и не работает. А в чем главная стратегическая ошибка, из-за чего получается спагетти-код? Почему он называется спагетти-код? Это слово лапша, кстати, тут неправильно, слово спагетти тут лучше. Представьте себе, что вы воткнули вилку в спагетти и начинаете наматывать одну макаронину. Вы ее наматываете, за нее цепляются еще три макаронины, они наматываются, за них цепляется еще что-то, и вы так вот крутите эту вилку. Потом у вас нарастает вот такой ком. Вот. То есть, пытаясь исправить ошибку в программе, обмазывая ее проверяющим кодом, пытаясь доделывать алгоритм, добавляя в него еще какие-то исключительные случаи, которые он вроде бы не сделал. То есть вы думали, что символы введутся все, а их ввелось на один меньше. Давайте введем еще один. Ввели еще один, в некоторых случаях это нарушение размера массива. Давайте мы еще введем проверку на нарушение размера массива. Вот такого сорта программы. Да? То есть когда вы не пытаетесь, не делаете никогда редизайна, а пытаетесь подставить костыль в то место, которое не работает. Приводит к дикому совершенно макаронистому коду, читать который невозможно. Вот. Значит, следующий соблазн, который часто преследует программистов как раз на питоне. Поскольку питон очень мощный язык программирования, и, скажем, он имеет внутри себя... тут нету еще отдельной темы, программы на Паскале. Давайте лучше сначала расскажу про программу на Паскале. Значит, следующий соблазн – это программа на Паскале. А, тут есть. Он просто в другом месте. Так, вот это две одинаковых на самом деле. Две одинаковых проблемы. Ну ладно, значит, мне надо переписать этот кусочек. Скажу так словами. Значит, следующий шаг – это программа, так называемая программа на Паскале на питоне. Что такое программа на Паскале на питоне? Это значит, что человек боится трогать какие-то серьезные питоновские фичи. Ну, например, там работу со списками он боится трогать, да? Он боится словари трогать, они страшные, ужасные. Но он знает Паскаль. Паскаль очень, ну, или там Си какой-то, или ну, какой-нибудь, короче, очень простой язык он знает и пытается переговорить на питоне, как на простом языке. Получается примерно такая вот фигня, сейчас я ее покажу. Не сюда. Вот. Вот получается такая фигня. Значит, задача была ввести строкой, удалить все лишние пробелы из нее. Вот эта программа из серии «Как на Паскале». Вот она. Да, значит, мы вводим сначала строку, потом заводим новый массив, в который будем складывать, значит, этот самый, складывать результат. Дальше мы... Что мы делаем?
Дальше мы из конца этого массива удаляем лишние пробелы, потому что по-другому мы это не умеем делать. Точнее, не так. Мы уменьшаем максимальную длину, чтобы потом запустить цикл до последнего непробельного символа. Ну, нам по условию нужно пробельные символы из конца все удалить. Да? Дальше мы запускаем цикл. Человек даже знает цикл for, обратите внимание. Вот. Он, правда, не знает, что for можно посимвольно запускать, и запускает его со счетчиком, как в Паскале. Вот. Ну, и дальше он индексирует, дальше он проверяет. Он не знает, что такое плюс равно, разумеется. Вот. Здесь ему надо проверить, началась ли пробельная последовательность. Значит, если она началась, то он говорит, что пробельная последовательность началась. Если она только началась, или, значит, ну, короче говоря, если этот символ надо копировать, то он его копирует, добавляет в массив N. А если последовательность такая началась, то он его не копирует, он пропускает это место, да, вот. Если же символ не пробельный, то мы говорим, что последовательность пробелов закончилась, и добавляем очередной символ в массив. Вот. Чем этот код плох? Значит, первое, он формально работает. Тут нет никаких ошибок, это не макароны. Здесь каждый оператор обусловлен. Вот. Плох он тем, что он написан не на питоне вообще. Он написан без использования чего бы то ни было, связанного с питоном. Да? Мы не используем ни списки, ни строки нормально не используем. Мы как если бы мы действительно писали на Паскале, на оси, на чем-то таком. Да? С использованием байтика. Вот. Такие дела. Вот. Я еще поленился, тут есть еще две вещи. Ну, например, человек может не знать, что у строк есть такие прекрасные операторы плюс, и выводить еще это все в цикле, да. Например, вот это вот n равняется n плюс c, это вообще большой подарок программисту на Паскале, потому что на самом-то деле мы увеличиваем длину строки, добавляя в нее символ. Вот, что тоже, в общем, такое, да. Вот, то есть пределу использования упрощенного синтаксиса Питона нет предела. Проблема состоит в том, что эту программу очень тяжело читать человек, который думает, что он видит программу на Питоне, а не на Паскале, и б, она реально большая. Ну, то же самое можно было в четверо короче написать. Вот. Значит, следующий соблазн программирования на Питоне, который, как известно, включает в себя всю функциональщину, то есть на питоне можно писать как на лиспе, в скобках нельзя, вот, то есть не так, на питоне можно писать как на лиспе, но нельзя, вот, потому что если вы пишете на лиспе, там есть некоторый свой стиль мышления и свой стиль оформления кода, а если вы пишете на питоне как на лиспе, у вас получается однострочный шланг, примерно вот такой. Вот эта программа делает то же самое, поверьте мне. Она сортирует, нет, она удаляет все лишние пробелы из нашей строки. Причем тут уже человек явно знает, что в питоне есть метод strip, который отрезает лишние пробелы сначала и с конца. Вот. Дальше он проходит циклическим конструктором проходит по всей строчке, и дальше он время от времени, да, он проверяет, что предыдущий элемент в индексе был пробельным, и если предыдущий пробельный и нынешний пробельный, он возвращает вот такую штуку, пустой символ, ну, в смысле, пустую строку, а если нет, то пробел. Короче говоря, а потом все это джойнит, получает строку, в которых по одному пробелу, и, значит, результат выводит. Вот. Обратите внимание, что это еще короткий шланг. Я практически любой алгоритм могу туда зафигачить. Тут еще лямбды нету. А тоже можно было лямбду ввести. С лямбдой вообще все, что угодно можно написать, потому что это, собственно, и есть обращение к функциональщине. Вот. И, конечно же, так писать тоже не надо. В данном случае хотя бы нам про это скажет линтер, он скажет: ребята, ну что вы делаете, у вас строка шириной, извините, 104 символа, а то и больше, не делайте так, пожалуйста. Вот.
Еще один и, пожалуй, главный недостаток, который я вижу в большинстве людей, начинающих программировать на Питоне, что они программируют то, что им пришло в голову, не пытаясь сделать код более читаемым, более эффективным, более, так сказать, правильным и питонистым. Причем это знание о том, как делать код более питонистым, достигается просто чтением документации. Почему это я говорю? Потому что на самом деле решение задачи – это последняя строка на этом экране. Вот если вы знаете, как работать со строковым методом Питона, да, то избавиться от лишних пробелов можно вот так. Все. Ну, понятно, да, мы строку сплитим методом split. Метод split показывает нам только непробельные последовательности, если он без параметров. Потом мы все это джойним через пробел. И вуаля, у нас строка с обрезанными пробелами по краям и с пропущенными пробелами последовательности посередине. И это вот норма, да, ситуация, когда вы что-то пишете долго руками в столбик. Это, скорее всего, следствие того, что вы где-то алгоритм не по питоне запланировали, что на самом деле на питоне можно сделать проще. Нам осталось совсем немного времени, но, в общем, рассказ тоже, рассказа осталось не так уж много. Значит, собственно, осталось только две вещи, про которые я хотел рассказать. Это про магические числа. Вот, магическое число – это, я, по-моему, рассказывал на лекции, что это такое. Это когда вы используете какое-нибудь число, не знаю, 10. Много раз по тексту, причем в одном месте это 10 означает там ширину экрана, ну, не знаю, там в сантиметрах, да, в другом месте это 10 означает, допустим, количество персонажей в вашей игре, в третьем месте 10 это означает просто 10 число, там, на которое вы делите, ну, в общем, и везде это 10. Как только у вас одно и то же число играет несколько различных ролей в разных местах вашей программы, это магическое число, magic number. Потому что вы должны магическим путем по написанию, там, по положению этого числа 10 в вашем коде угадать, это чего 10. Это количество персонажей в игре, это ширина экрана в сантиметрах или что-то еще. Всегда используйте для этого константы. В питоне как таковых констант нету, но вы можете использовать глобальную переменную, присвоить ей значение, ну, в смысле, глобальное имя, и вот на это имя ссылаться. Магические числа. И последнее, это тоже управляется пепом, на самом деле, где сказано, какого размера должна быть функция. Это программирование столбик в том смысле, что очень часто вот явной копипасты нету, да, то есть алгоритм вроде как не состоит из повторяющихся частей одного и того же алгоритма. Но мы наблюдаем код, который решает всю задачу от начала до конца. И вот он на первой строчке начинается и на 300-й строчке заканчивается. Так и 300 строк на питоне без единой функции. Просто сначала сделаем одно, потом сделаем другое, потом сделаем третье. Очень быстро к этому приводит, например, программирование в этом самом. В... Как его зовут-то, господи? Юпитер ноутбуки. Потому что Юпитер ноутбук это и есть такое последовательное изложение того, что происходит. Вот. Он очень красиво сворачивает то, что там в нем есть. Да? Он очень красиво показывает результаты. И вы можете фигачить код, перемежать его комментариями. А потом взять эту программу, сохранить в Python и кому-то показать. И вот тут-то выяснится, что у вас 400 строк кода с какими-то комментариями погонных. И что, собственно, это делает программа из исходного кода, непонятно. Может быть, в красивом ноутбуке это было видно, из исходного кода непонятно совсем. Вот. Значит, ну и тут как бы совет очень простой. Берите, значит, функция должна вмещаться на один экран, те самые 25 строчек. Вот. Если у вас ваш код даже не содержит повторений, но содержит какие-то смысловые куски по обработке ваших данных, выделяете эти смысловые куски в функции, а потом вызываете функции. Читаться это будет намного проще. Да? Код из 10 строк, погонный в столбик, из 10 строк, на котором написано сделать с кодом то-то, вызвать функцию 2, 3, 4, 10, читается гораздо лучше, чем код из 300 строк и каждая, значит, из 250, да, где у вас просто 10 ну, различных действий вот происходит. Такие дела. Так,
Значит, еще раз. Мы должны... У нас домашнее задание состоит в том, что мы разделяемся, потихонечку регистрируем совместный проект. Вот. Совместный проект – это репозиторий публичный, где хотите. Можно на GitHub, можно где хотите. Вы должны в нем участвовать более чем один человек. В нем должно быть описание того проекта, который вы хотите сделать. Это первое, что вы должны туда поместить. То есть файл readme какой-то, вот, в котором описано, что вы хотите сделать. Если у вас есть GUI, или, ну, то есть, короче говоря, если это не чисто какая-то зверская там математическая алгоритмическая задача, а что-то имеющий пользовательский интерфейс, пожалуйста, приложите макет интерфейса, буквально нарисованный на руки, сфотканный телефонкой, что угодно. Вот. Значит, просто чтобы я мог оценить размер вашего проекта, который вы собираетесь сделать. Этот проект должен использовать какой-нибудь фреймворк, совершенно не обязательно tkinter, совершенно не обязательно pgame, что хотите. Но в нем должны быть четыре вещи, которые у нас будут в оставшихся четырех лекциях. Это он должен проходить либо flake 8, либо print check. Вот, написано не больше 5 ошибок, это означает, что на самом деле, что этих ошибок быть не должно, но они должны быть указаны в настройках соответствующего там флейка или пылинка. Вот. То есть можно эти ошибки делать, только чтобы чек не проходил. Да? Чтобы у него было документирование, продокументирование на следующей лекции, чтобы он был покрыт тестами, возможно, не весь, потому что доказательное тестовое покрытие – это не наша тема сейчас. Вот, с помощью какого-то фреймворка по тестированию. Чтобы этот пакет можно... эту штуку можно было установить, например, в виде питоновского модуля. Вот, про это будет отдельная лекция, как это делать, как форматировать, делать питоне колесо. Вот. И чтобы он был частично переведен. Во. А лучше не частично. Про это тоже будет лекция. Да? Значит, у вас должен быть перевод. Чтобы ваша программа была минимум двуязычной на русском и на английском языке. Вот. Как это сделать, опять же расскажу. Вас должно быть более одного человека в этом проекте. По вашему гид-репозиторию должно быть видно, как вы в нем... Что вы примерно одинаково в нем участвовали. Вот если вас двое, там трое, ну вот. Вот, собственно, и все. Значит, можно обсудить подробности в Telegram-канале о том, как регистрировать проекты, но кажется... А, да, и запрос на добавление проекта должен быть повешен как фича, как issue, сообщение об ошибке вот на этот репозиторий, который здесь вот указан. На сайте все это есть в домашнем задании, я это потом перенесу на титул, чтобы там тоже было написано, куда вешать багет. Вот примерно такие дела. Значит, давайте мы вопросы по домашке, если они у вас есть, решим в чатике, в этом самом, в телеграмном. Так что, видимо, разговор можно и закончить.